Здравствуйте! Вас приветствует питомник Мари Мистик и наша фотомодель Дуся. Скоро у нас зима, и чихуашки, как маленькие породы собачек, очень мерзнут в момент прогулки на улице. Поэтому мы своим чихуашкам вяжем сами вот такие шапочки ручной работы. Вот эта шапочка на Дусе, которая вот нам позирует, она с закрытыми вывязанными ушками. Также бывают у нас шапочки с открытыми ушками. Вот такие. Все шапочки у нас получаются на одной основе, очень удобной, в форме шлемика. А потом мы их уже можем дополнять разнообразными украшениями. Например, рюшами, помпончиками, бантиками. Вот эти вот модели с открытыми ушками, но эти ушки можно всегда довязать, кому хочется. А можно оставить вот так с открытыми ушками. Почему в форме шлемика? Потому что одевается она очень легко и просто через носик. Вот так вот. Показывай, Катюша. Сегодня мне помогает моя дочка. Сейчас мы померим на Дусю другую шапочку. Шапочка легко снимается и одевается в одно движение. Через носик вот так вот. Опс. На носик натягиваем до шейки. Ушки вытаскиваем. И шапочка одета. Модель эта мне нравится тем, что она за счет вот этой вот резиночки на шее очень хорошо держится. Никаких завязочек для этого не требуется. И наша фотомодель уже сидит, пожалуйста, одетая. И уже красиво, хорошо и тепло. Разнообразные украшения делу не мешают. Можно сюда пришить какой-нибудь яркий камушек на этот бантик. Можно сделать еще что-нибудь такое ради украшений. Давай попробуем померить с рюшечками. Просто, конечно, без украшений она тоже красивая. Главное, чтобы важно было, чтобы она была теплая да удобная. С рюшечками она скорее побольше, потяжелее. Вяжется эта шапочка резиночкой, вязка резинка, поэтому она хорошо тянется. Вот. Вот, скажи, я у вас прямо куколка. Куколка-красавица. С открытыми ушками можно использовать в осенний сезон, когда не совсем холодно. Вот такой я, скажи, маленький пупсик у вас. А когда, скажи, совсем холодно, мы одеваем шапку с закрытыми ушками. Зиму мы не любим. Мы чихуашки породы мексиканская. Кому понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал. Сегодня будет сниматься свежее видео о наших новых малышах, щеночках, которые ищут себе папы, мам и хотят к Новому году очень-очень переехать в новый дом и встретить 2018 год у новых хозяев в новом доме. Каждому щеночку в подарок новогодняя шапочка. Я еще вязала шапочки. Вяжу эти шапочки я сама, они ручной работы, только натуральную пряжу использую. Мягенькую, приятную для чихуашечки. Вязала под Новый год я еще с рожками оленя, разнообразными такими, новогодней уже тематикой. То есть тут уже фантазия хозяина, и вяжите как хотите. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал питомника Мари Мистик, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Заходите на наш канал, чтобы не пропустить наши обновления. Нажимайте на колокольчик рядом с надписью «Подписаться», и вы всегда будете в курсе новостей питомника Мари Мистик. Дуся, скажи всем пока, до новых встреч, ждем вас в подписчиках на нашем канале. Дуся жарко, она уже засыпает в шапочке, дома тепло.